Добрый день, друзья! Мы находимся на территории сквера «Знаки Зодиака». В нем расположены забавные символы фигуры каждого из знаков Зодиака. Скульптор этих фигур – Андрей Асерьянц. Здесь стоит 12 символов фигур, каждый из которых интересен и своеобразно. Просто единственное, что, конечно, они здесь разбросаны, идут, как говорится, не по порядку. Вот сейчас мы подошли к Ряшиному знаку. Это у нас Овен. Вот такой вот интересный Овен. Сейчас покажу его со всех сторон. Овен – это родившие 21 марта по 20 апреля. Вот такой вот стоит Овен. Моя Аряша Овен, поэтому, конечно, мы подошли в первую очередь к нему, к этой скульптуре. Да, очень интересные, своеобразные скульптуры. Вот такой Овен. Вот такой у него барабан. Очень, конечно, интересно. Аряша хочет поколотить, да, Аряшки? Какие-то балды тут. Ой, ну надо же так придумать, да? Вот такой вот Овен. Первый из знаков зодиака. Из знаков. Всего их 12.